Сказание об обыденности, режиссер Лев Уилмос. Откладывание. Этим утром я рано поднялся и быстро привел себя в порядок, потому что мне надо было сделать кучу дел. Я сел за стол, чтобы начать делать кучу дел, но я разлил кофе, поэтому мне надо было встать, чтобы вытереть его. Я подумал, что я могу потратить лишнюю минуту, чтобы вытереть весь стол, потому что чистый стол поможет мне быстрее сделать кучу дел. Когда я закончил со столом, я понял, что сильно проголодался, а я не хотел бы быть голодным, пока делаю кучу дел. Поэтому я пошел на кухню, где обнаружил, что у меня закончились хлопья. Когда я оказался в магазине, я вспомнил целую кучу не менее нужных вещей, поэтому, раз уж я все равно был там, то я закупился на целую неделю, чтобы мне не приходилось волноваться насчет еды, пока я делаю кучу дел. Когда я вернулся домой, я уже не хотел хлопья, поэтому я сделал омлет и сразу вымыл всю посуду, чтобы не думать об этом, когда я буду делать кучу дел. А затем я вышел, чтобы купить немного масла в скобяном магазине, потому что мой стул начал скрипеть, а я не хотел, чтобы меня отвлекал скрипящий стул, пока я делаю кучу дел. Когда я вернулся, было уже поздно, я понял, что уже не успею сделать кучу дел, поэтому начал смотреть телевизор. Я должен был быть уверен в том, что я лягу спать пораньше, чтобы проснуться завтра отдохнувшим и сделать кучу дел. Сказание об обыденности. Режиссер Лев Уилмос.